привет! У нас сегодня воскресенье, у нас сегодня Mother's Day, сегодня День Матери в Америке, все отмечают. Я в пижаме, лохматая, но получаю подарки сегодня от своих детей. Вот, девчонки сейчас меня поздравили, так приятно, я проснулась, цветочки. В общем, сейчас буду все показывать. Вот, я сегодня, не знаю, мы вчера так хорошо гуляли с Артемом. Сегодня я вообще никуда не хочу, буду дома, заквасочку поставила, сделаю, наверное, оладушки потом на завтрашний день. Может, сегодня, не знаю, как получится. Вот, в общем, пока на кухне уже с утра, я забыла показывать вам. Стешенька спустилась с цветочками, потом они же у меня любят, ну, я же японо-мать много раз уже говорила, всякие японские штучки. Вот я какую-то желешечку сверху положила, от сердца прям, наверное, оторвала. Последняя еще, небось. Какая-то вкусная желешечка японская. А это они вчера ездили, Соня им вещи покупала. И они купили, покажу. Ух, надо же это все как-то еще. Сейчас ножницы возьмем. Так, отрезала. Вот такое вот. Ну, она знает, у нее мама ворона. Камни всякие любит. Красивые, смотрите. Свет мой зеркальце, скажи. Классно, Стеш, мне так нравится, очень красиво, спасибо. Красота прям. Вот, теперь у меня будет такое зеркальце. В черную сумочку мою брошу. Красота, прелесть. Сонька. Сонька мне вообще прям актуалочку подарила. Девочки, если вы не знаете, что это такое, такая бритва для лица. Вот, иногда какие-то волосики там убирать, перед макияжем особенно. Очень-очень удобно. Ну, какие-то пушок, там еще что-то на лице. В общем, у всех растительность есть, чего уж, как говорится, скрывать. Просто у кого-то видно, у кого нет. И вот это вот, я не знаю, уже года, наверное, 3 или 4 я иногда пользуюсь, очень редко, но она, я не знаю, почему-то у меня вот вторая, вот до этого такая же, прям такого же цвета, она у меня сломалась. Что-то просто, я думала, сначала батарейка у меня села, а оказывается, нет. Оказывается, сломалась, и Соня решила мне это подарить. В общем, она работает от батарейки, я сейчас вот так вот над коробкой поиздеваюсь. Шоп-контент, не смотреть, кому плохо, как я коробки открываю. А здесь даже, кстати, батарейка есть, посмотрите. В общем, смотрите, зеркало здесь у меня, эту специальную. Такая фирма, у них сделаны они вот эти бритвы всякие, знаете, для тела, для всего, из какой-то стали специальный, и на самом деле не повреждают кожу, и волосы не так потом быстро растут. Вот так она называется, наверное, знаете, давно уже они вышли, как-то несколько лет назад я вот с ней. Здесь, кстати, подсветочка есть. А вот, кстати, они почему-то сделали у меня на старой, как-то вот так нужно было выдвигать, и она работала, а здесь немножко модель сменили. Я, конечно, уже выбросила, сейчас не могу показать. Здесь уже не выдвигается вот эта штука. Как раз она у меня горела, здесь свет такой был. А сейчас просто кнопочка вот такая, раз нажимаешь, и так вот. Вот видите, здесь вот она должна сниматься. Ну, честно скажу, раньше она была как-то покруче. Вот это такой вариант, какой-то металл другой совершенно. Я не знаю. Уже экономит, что ли. То есть самые первые были вообще какие-то крутые. Но мне кажется, что те варианты, они были как будто, знаете, металл побогаче был. Ну, в общем, на всем экономит сейчас, видимо, везде. Каждый производитель. Уже прям заметно, знаете, я уже вижу сразу же. Ладно, это потом поставлю. В общем, ну и карточку тут еще подарила мне. $50. Вот, мам. Карточка в Ульту. Можно будет что-нибудь, помаду купить, еще что-нибудь, тушь какую-нибудь. Ну, в общем, вот мои девчонки мне подарили. Смотрите, Гэби у меня все время там загорает, спит. Красотка.
чтобы долго. Меня еще считают, сколько я раздала. Ну что, мы выехали с девчонками. У меня Артём сегодня такой рабочий день плотный, а мы выехали с девчонками гулять. Поехали, конечно же, в ресторанчик наш любимый, кушать суши. Давай туда, да, Кэс. А, нет, такой красивый рюкзачок. Смотрите, у меня девчонки какие. Вот так называется суши боу Нейплсе. Я взяла чаек зелененький, унаги ролл, я люблю угри очень сильно, прям обожаю. Вот, сейчас супчик принесут. В общем, сидим с девчонками, с Сонькой болтаем на всякие разные темы. Мой супчик, что-то мне так все быстро принесли, если честно, я сегодня счастливчик. А, сегодня праздник же, мамин день сегодня. Мой день. Соня какой-то салатик себе заказала. Из морской капусты. Да, еще мы должны, по-моему, тофу принести, сыр жареный. В общем, сегодня у меня такой ужин, представляете? Конечно, я это все не съем. Тут у меня с креветочкой еще. Я люблю вот этот супчик. Кахи он называется, да, как-то? Том кахи какой-то. В общем, он очень остренький, вкусненький, мне нравится. На кокосовом молоке он вкусный, мне понравился. В тот раз я брала как-то. Thank you, bye-bye. Девчонки, давайте выходите. Вот с друг дружкой все время разговаривают. Никого не слышит, никого не видит. Спасибо, что дверь подержали. Девочки, спасибо, что дверь подержали. Он вообще даже не слышит. Близняшки. Все, поели, попили. Пойдем сейчас в парк погуляем. У нас здесь парк такой есть. Хорошенький такой. Буду все снимать, показывать, конечно же. У них проявляется так. Но на площадку пришли. Девчонки там бесятся. Такая Бейкер площадка, парк. Да, Бейкер парк. Там еще вообще погулять очень красиво. Угу. Но с нашими не погуляешь. Нашими здесь вот проторчишь. Там еще мини-аэропорт есть. Здесь вот спрей-парк у них есть небольшой. Маленький, когда мы были, поменьше. Мы тут плескались. Девчонки там. Мы переместились немножко в другое место. Там что-то нас закусали. Какие-то мошки около кустиков. Да, здесь, по крайней мере, нет. Угу. Каролина, как всегда, ящериц ловит у нас. Погуляли немножко, полазили. Сейчас уже закат, скоро будет уже резко темнеть. Немножко прогулялись прям свежим воздухом. Прекрасно. А то днем жарко, вечером прям хорошо. Вот так вот называется парк. Вот будете в Нейплсе, заедете, здесь можно погулять. Что побрызгать тебе? У меня нечего брызгать, я поэтому тебе говорю, поехали домой. Нас мушки закусали, без спрея нельзя. Я уже прям это, аж вся чешусь. It's a big ass bear. I'm trying to get over the fence. Holy shit, he's big. You going? No. Get out of there. Две мои красотки лежат. А я снова делаю оладушки на закваске. Классные оладушки, вкусные такие, прям клевые. Опс. Если кто не знает рецепт, я наверное, оставлю под видео здесь. Рецепт этих оладушек. Очень вкусные, пышные, классные получаются на заквасочке. Сковородка, кстати, которую новую я купила, тоже очень хорошая. Все, я уже приноровилась, как бы, ну, начала понимать, как на ней готовить. Прекрасно просто. Неплохо.
ребята, всем привет. Мы сегодня выехали с Артемом. Ой, вы не поверите, придумали себе отдых. В общем, буквально просто на один день. Быстро собрались, я вообще даже не смотрела на себя сегодня. Артемка работает. Короче говоря, мы где-то уже ближе к нашему отдыху. Часочек еще осталось ехать, ехали 2 часа. Проехали сейчас в Майами и, получается, в каком-то городочке на букву Х называется. Не выговорю. Как называется? Хомстед. Вот. И нам еще часочек ехать. Мы поедем в нашу любимую, на самом деле, Исламораду, которую мы любим. Это в сторону Кей-Уэста. Наша такая любимая деревушка, где мы отдыхаем. Частенько довольно-таки. Вот. Может, кто помнит, последнее видео было, девочки у нас на дельфинчиках плавали, катались, это вот в это местечко мы едем. Заехали перекусить. Смотрите, какие тарелки огромные. В общем, панера бред, здесь хлебушек они пекут свой. И, в общем, какой-то мы взяли, решили взять салат новый. Очень большой. Ну, с авокадо, там, с курицей. Нет, там трава. Там травы много, ну просто тарелка огромная. Выглядит очень страшно, но на самом деле там фактически вся тарелка салата засыпана. Курица, сверху просто сложили. Салат, да. В общем, все. Короче говоря, начинаем, приступаем к трапезе. И потом, когда я приеду, я уже буду вам показывать, куда мы приехали. Мы едем по первой трассе, которая вообще начинается на Кей-Уэсте. Конечно же, сегодня понедельник, народу нет, машин нет. Мы вот едем, дорога пустая, облака. Мы приехали в нашу деревушечку. Вот этот вот хороший отельчик. Классный, уютный, как у бабушки дома. Ждем очередь пока. Здесь у них вот так заходишь просто. Здесь вот регистрируешься. Вкусно пахнет так отдыхом. Здесь вот чай, кофе можно взять. Здесь и водичка холодная с лимоном есть. А шампанское, видите, здесь тоже можно попить. Встречают шампанским. Всякие закусочки. Кремики здесь у них, скрабики продаются натуральные. Так, ну что, нам дали. Знаете, мы уже здесь не первый раз. И на самом деле... Четвертый, наверное, скорее всего. Нам дали даже браслетики, потому что у них здесь все поменялось. Раньше завтрак номер делали, а сейчас можно около бассейна. Ну, этот вообще отель, он как бы после урагана вот Ирмы, они все это строили. Так, ну что, ребятки, показываю наш номер. Он тут с краю. У него нет никакого шикарного вида. До этого мы снимали с очень красивым видом с балкона. А этот номер был со скидкой, мы его взяли, $189 плюс налоги, конечно же. Ой, как здесь свет вообще включается? Сейчас пойму. Не включается. Так, не здесь, а где? В общем, он обошелся со всеми налогами, с уборкой. Во, с уборкой $254, это сутки. С 4 заезд, вот сейчас 5 часов уже. Здесь, смотрите, полотенчика, молодцы. Много всего. До этого мы снимали, вот когда после урагана все это. Они немножко как бы у них не так еще было все, но чистенько было при этом. А сейчас уже добавилось много всяких штучек. В общем, бантики они на туалетной бумаге не делали. В общем, сервис так немножко улучшился чуть-чуть. Много полотенец, здесь тумбочка, вот здесь вот красиво все сделали. Здесь вот прям кровати очень такие тоже хорошие, очень удобные, подушки удобные. Шоколадки положили, как бы, вот, кстати, он так называется, вот этот вот классненький такой отельчик. Сейчас я вам так вот, вот. В общем, мы тогда на выходные на 2 дня с Артемом ездили как-то. Я не знаю, сезон, не сезон был, но, в общем, $1000 где-то мы потратили. Сегодня мы приехали за $254 на одни сутки. Вот халатик есть, кстати, он такой, знаете, тепленький такой. А тогда у нас и халата не было. Сейчас, конечно, молодцы. Все прям так у них получше, да, стало получше. Дизайн такой чисто морской. И вот здесь вот первый этаж, у нас не второй выход. И ты выходишь, прям здесь можешь сидеть. В общем,
знаете, так тепло и хорошо, а вон там вот, там заливчик. Вот мы раньше в том билдинге там жили, у нас прям вид на залив был. И здесь сейчас здесь тоже так классно. Прям вообще супер просто, невероятно. Люблю этот отельчик, обожаю просто, конечно. Слушайте, перезагрузить мозги и вообще в целом, ну просто класс. В общем, как-то мы сегодня так попали с Артемом удачно. В общем, понедельник. Как говорится, у нас такой сегодня понедельник, 13 мая. В общем, сегодня мы здесь побудем, сейчас отдохнем. Здесь тепло, хорошо, другая совершенно природа абсолютно. Бегают огромные ящерицы здесь, ну, по крайней мере, я помню по тем временам. Сегодня как будет, я не знаю, но просто вот я люблю, когда нет пафоса какого-то здесь. Прям вот, знаете, такая деревушка, но при этом все красиво, все классно. В общем, круто. Ну, как? Хорошо. Хорошо? Иди на задний двор, сходи. Сейчас я там воды набрал с собой. Ой, посидеть, что ли, выйти. Красота. Вот тоже здесь терраса. У нас здесь, знаете, с краю прям. Артём, я сейчас вспомнила, что я недавно только говорила. Самый такой запоминающий у меня мальдивский отдых был. И мы выходили, и было сразу как бы у нас, ну, этот Индийский океан. Здесь. И с виллы нашей, и прямо песочек. У нас все время был крабик, помнишь такой? И вот здесь примерно то же самое вышло. Там-то было заросли. Да, там заросли, заросли были, да. Пляж и море. А здесь все-таки парковка. Слушай, ну а что тебе не нравится, что ли? Парковка. Вообще красиво все, не знаю. Красота в глазах смотрящего. Пройдемся. Пойдем, конечно. Там изменилось много чего. Пойдем, конечно. Да, почище уже стало. Вообще раньше было все раздолбано просто. По-другому не сказать. Но при этом люди здесь отдыхали. Вот один бассейн есть здесь. Бассейн потом, да. По... А он до скольки, не помнишь? Не знаю, чтобы мы в джакузи пошли. Один здесь, один на сезон должен быть. Вытем, я что-то забыла документы положить. Ты можешь к себе? У меня такие шорты страшные. У меня вывалится все, я потеряю. Забыла вытащить. Ключи от номера, ладно, пускай у меня лежат. Я не могу понять, здесь был забор. Здесь с лодочками, видите, и своими. Здесь был забор. Стройка была. Да, стройка, они убрали забор. Как оказалось бы, что они там строили. Да. Не, ну там домики же маленькие, видишь, там вилочки еще какие-то. Не, вот здесь нет? Ничего не построили, они просто... Собаками здесь можно, мы с Шарлоттой приезжали. Тогда Пенни... Сделали больше парков. А Пенни же не было, когда мы последний раз были. Получается, год назад мы здесь отдыхали, Артём. Минимум. Можно лодки теперь арендовать здесь. Серьезно? Да. А, вот, так... Соответственно, у них вот рентерс. Класс! Слушай, мы можем лодочку здесь уже арендовать. Покататься. Ой, это классно. Все по-другому стало. Здесь можно рыбку половить. А вон вот такая есть. А с этим. Ну это, наверное, она. А, не смотри, что они строят здесь, еще делают, видишь? Она не арендуется, лодка. Ага. Скорее всего. Хотя не знаю, может арендуется. Такой парень. Столики, наверное, тоже ничего, знаешь, не было. Крыша какая. Да. Столики вообще ничего не было. Вот, boat rentals. Так что можно. А здесь вот еще домики есть, такие тоже их сдают. Здесь мы рыбачили с девчонками вон там, это вообще классно, конечно. За год они здесь немножко чуть-чуть так обновились, чуть-чуть. Я и говорю, что не было ничего такого. Удивительно, что все это меняется в лучшую сторону, конечно. Мотор 150 лошадей, он, конечно, не такой сильный, но лодка легкая. Ага. Лодка легкая, поэтому для нее, наверное, нормально. Я так понимаю, здесь выходит? Да. А там, по-моему, он сэндбар есть, то есть там мель есть. Лодки туда всплываются, mm-hmm. И там отдыхают. Вот такая маленькая лодка. Ну а нам-то, нам-то на двоих-то вообще за глаза. А вот это, я не знаю, это пошла сдается, это mm-hmm. Какой-то прогулочный. Санбар тут, Трипс, это туда вот. Ага. Потом Экотурс, Сансет Круиз. Такие молодцы, смотри, за год как они преобразились. Значит, мы вообще были вот в самом таком пике стройки здесь. На пике. И то мы прям вот любили это местечко. Чизпик или как называется? Чизпик, да. У них даже, когда, знаете, люди там пишут, волнуются что-то. Они это, когда приезжают, расслабьтесь, говорят, вы на Чизпике. И говорят, реально, люди просто такие отзывы здесь. Маленький такой вот. Просто ты приехал в этот номер, и вот здесь вот все вокруг вот так вот и отдыхаешь просто. Вон сандбар.
А, там, да. Можем туда поплавать. Сюда приходишь, вот. Слушайте, вот наших детей-то нету. Рыба прям сама вообще выпрыгивает, да, кишит прям. Прелесть. Так, ну что, надели мы купальнички. В общем, идем. Мы идем на бассейн. Сходим в бассейн. Красота. Вот так тепло, хорошо. Днем, конечно, невыносимо, но сейчас очень хорошо. Прелесть прям. Так, кому что, нам джакузи. Тут такие ступеньки опасные, если честно, Артём. Не знаю. Давай исследуй как-нибудь. Ты не помнишь? Или ты не нажимал-то? Или вообще не работает? Должно быть. Ой, какая прелесть, горячая вода. Сумасшедшая. Там тепло. Баня. На сидушке здесь удобные. Сидушечки удобные. А лесенки страшные здесь, потому что можно подскользнуться. Ну, Тёма сумасшедшая супруга, конечно. Тёмке всегда весело со мной. В общем, сидел на диване мужчина 3 часа назад, а теперь уже здесь находится. Если морать, это не твой телефон? Сам в шоке, не понимаю, как это произошло. Вот так вот. Шашки сделали, мешочки сделали, покидать можно. Поиграть. Старый бассейн, здесь нету народу не так много, потому что в том слишком много. Ну, наверное, поглубже здесь. Здесь можно и, ну, людям с ограниченными возможностями тоже погружаться. А там чисто так, детишки. Так, мы с Тёмкой вышли погулять. У нас прямо вот здесь вот 2 шага вот так вот прошёлся от нашего подъезда, можно так сказать. Здесь рыбу продают. Мы уже показывали как-то, я помню. В общем, здесь лодочки отъезжают, отплывают, отходят, как правильно, я не знаю. Вот. И иногда здесь мы рыб смотрим. Ветер, конечно, сильный. Вчера продажа здесь идет. Они их еще подкармливают здесь. Очень прям большие рыбехи. Сейчас, конечно, никого нет. Дальше? А так прям торговля здесь идет хорошая, большая. В общем, они вот здесь вот чистят прям все. Для туристов, да, здесь. Вот. Акула, тарпон. Ну, короче, много всего. Coral Sea. Всем привет. У нас утро. Время 8 с копейками. Я выдвинулась на пляж. Артёмка еще спит. Я вчера пораньше легла спать. Он еще немножко работал. Пойду сейчас с утра самое то утром. Погода классная, не жаркая. Видите, там утро всегда красиво. Завтрак, видите. Мы, конечно, это не ожидали такого. Молоко есть, Артём. Яйцо. Такой нормальный. Раньше вообще просто ничего не давали. Сейчас хоть и вилки, ложки есть. Тарелочки такие модные. Чай, кофе. Музыка. Коктейли можно сделать. Шампанское, наверное, какое-нибудь здесь. О! Потом мне решили взять яичницу. Там готовят. В общем.
Золото, золото. Вот так вот еще раз покажу, как называется. Как называется отельчик. Утром вообще прекрасно, да? Ветер сегодня такой. Жилеточки тут повесили, все. Вообще ничего не было. Мы позавтракали. Так хорошо, тост с авокадо съели. В общем, прекрасно. Сегодня мы уезжаем, конечно же, до 11 у нас выезд, у Артемки работа. Мы так немножко картинку сменили. Вчера был понедельник. Прекрасный понедельник. Сейчас пойдем вещи соберем и будем гулять. Еще где-нибудь куда-нибудь сходим. Таблички повесили. Да, ничего вообще не было. Я уже 10 раз говорила об этом. Реально ничего. Откроешь, да, Тем? Нет. Нет? Бассейн мы уж не пойдем, наплавались. Ну, у нас дома есть бассейн. Так чисто. Вдвоем. Какой бардак. Сейчас вещи соберемся и пойдем. С одной стороны, хочется так подольше здесь побыть, если честно. Так, увидели павлина и павлинику. Смотрите. Гуляют вдвоем парочка. Для нас вообще это была дикость. Мы даже и не подозревали, что у нас здесь во дворике есть павлины. Более того, даже местами они где-то целая проблема. Мы вообще даже не знали, что во дворике у нас здесь есть павлины. Более того, местами они даже напрягают, потому что громко кричат, люди жалуются. И впервые мы узнали от наших соседей, которые в нашем комплексе уже два раза видели медведя. Мы ни разу не видели почему-то. И они же скидывали нам видео, что у них на заднем дворе вот такие вот бегают. Павлины. Вот они. Хвостик бы открыл, было бы классно. Вот уходит самец, самка. И еще там, по-моему, в лесу еще есть. Вот такая у нас здесь живность. Сейчас еще машина собьет. Динозавра. Едем домой. Сейчас по дороге перекусить заехали. Проголодались еще. Заехали сейчас в Вайсет какой-то в Майами. Здесь такая еда, которую мы можем доверять. В общем, для веганов. Салатики всякие. Все такое полезное прям. Взяли с ним на $51. Смузи взяли на кокосовом молоке или воде, по-моему, даже. В общем, посмотрим. Так вот называется заведение. В общем, такое у нас вот мини-путешествие. Так миленько здесь. Столики такие красивые. В общем, как-то так.